Авраам де Люст впервые был записан в Амстердаме в 1650-х годах, а затем отправился в Лион, где на него оказали стилистическое влияние в современные французские художники-натюрмортисты. К 1659 году де Люст жил в Леувардене. Цветочные натюрморты амстердамского художника Авраама де Люста отличаются продуманностью и минималистичностью композиций. Он часто представляет свои гармоничные мотивы на темном фоне, где несколько ярких цветов выглядывают из-под более мрачных листьев. Творчество художника несколько ограничено, поэтому его работы не так часто появляются на рынке. Стиль де Люста был вдохновлен работами Вильяма ван Алста из его амстердамского периода после того, как ван Алст поселился там в 1656 году. Трудно установить хронологию творчества де Люста, поскольку он очень редко датировал свои работы. В прошлом была некоторая путаница в отношении атрибуции Авраама де Люста, и многие изображения ошибочно приписывались Антони Хендриксу, амстердамскому художнику, родившемуся до 1595 года. Считается, что эта путаница возникла из-за статьи Альфреда Брелиуса в 1935 году, который, не зная о существовании Авраама, ошибочно приписал работы Антони.